Студентов высшей школы телевидения Останкино отчисляют за лайк в Инстаграме. Недавно в официальном аккаунте учебного заведения появилась напоминалка: «Пандемия пандемией, а деньги за учебу надо платить в срок». Пользователь Медведикса оставила комментарий, мол, а за что платить, если все на удаленке и уже 4 занятия пропали вообще. Сообщение лайкнули несколько студентов с неанонимных аккаунтов. А дальше началось, а линия на виде, вдруг заблокировали пропуск. В ответ на вопрос «за что?», ей был показан скрин с ее лайком и сказано: «Нет причин продолжать обучение там, где вас что-то не устраивает». Насильственного комментария. Лайк, это вы лайк? Я имею в виду, вы пост разместили, нет? Пост не я разместила. А кто? Я лайкнула комментарий. А кто разместил? Может быть, вы знаете? Откуда я знаю, кто разместил пост? Откуда вы знаете? Я не знаю, я поставила лайк на сообщение, которое я увидела, потому что... Сейчас студенты пытаются добиться правды, написали письма с требованием официально обосновать отчисление и готовы идти в суд, чтобы вернуть деньги, отданные за учебу. Объясните насчет ситуации с лайками. Каким образом я узнала? Мы много можем что узнать, понимаете? Вот так вот.